Челябинске пройдет 21-й Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». В нынешнем году его тема сформулирована так: «Русская духовная культура. От традиции к современности». Мероприятия форума будут проходить с 15 по 24 мая. Пленарное заседание собора состоится 17 мая в 10 часов утра в первом корпусе Челябинского государственного института культуры, улица Орджоникидзе, 36А. В завершение участникам пленарного заседания будет предложен небольшой концерт. На сцену выйдет хор духовенства Челябинской епархии, а также хор народной музыки «Песни Урала» и хоровой коллектив «Город детства». В рамках Славянского собора состоятся секции, круглые столы, презентации научных изданий. Мероприятия будут проходить на площадках городских вузов, библиотек, учреждений. Подробную программу можно посмотреть в группе «Метрополии» ВКонтакте или на епархиальном сайте.